Тумба-юмба, это супер! Тумба-юмба, это класс! Тумба-юмба побеждает всех врагов своих народов! Команду ЄД-212. Готуйся, АВД-212. Команда под напряжением. Мы первый раз на этой сцене. Мы еще не научились шутить, но мы не боимся попробовать. Итак, встречаем участники нашей веселой команды. Наш гопник мастер во всем. Встречаем Серый Андрюшок. Боксер на сцене раздает подачу. Сложная задача. Получит только высший балл, ботаник наш крутой амбал. Всем ботаникам посвящается. Камон, это бота рэп, погнали! Йоу, это бота рэп, камон, погнали! Мы ботаники, мы из другого теста. Одна бровя, два глаза, это парень из Кавказа. Качаться начал он с 3 лет, а штанга – друг его навек. Тренировка у тебя здесь сегодня. Твои лучшие друзья с утра разминка. 3 подхода, клуб и смех. Качалка – праздник для всех. Познакомились с нашей веселой командой. Теперь мы хотим продолжить
выступление девиза нашей группы. Наш девиз совсем простой. Мы улетная команда, с нами весело всегда. Мы прикольные ребята, не скучаем никогда. Ну а сейчас специально для наших зрителей, а особенно для членов жюри, Harlem Shake от наших артистов. Аплодисменты. Спасибо, спасибо. Конечно же, хотелось закончить нашу визитку песней о нашем любимом колледже. Доброго дня, шановні присутні! До вашої уваги презентація групи АВД-212. Наш девіз. Ти добромальвію, учись старанно, займайся спортом, вийди до села. А ось проблема нашої групи. Я после этого месяца тех ходить не буду. Я заболел. Я уйду в работу, я напоюсь, я передозу. Хочемо познайомити вас з нашою групою візуально, показавши невеличку фотопрезентацію. Увага на екран! Давай.
ікра, новая ікра. Я поступил. Вскоре узнала, где находится колледж. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год. Я долго ждал 1 сентября, и вот я дождался этого дня. Я пришел в колледж, увидел свою группу. А там олені, олені, не бриті, і не голені, дим, воїння в ліжку, вискочай, воїння. І куратора. Какая женщина, какая женщина. Я очень обрадовался, ведь 90% группы были девчонки. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды. А нас было трое, я, Саня и Макс. И тогда мы решили, что с этого дня мы бригада. Братья, по-любому. Спасибо вам, я, кажется, никогда не забуду. Братуха, перестань. Ты чё? Клянусь. Через некоторое время я познакомился с новыми преподавателями. Когда мы с пацанами пришли на физику, мы поняли, что... А я физика узнаю об обоходке. Но мнение парней и девочек не совпадало, потому что девочки думали совершенно по-другому. О, Боже, какой мужчина, я хочу
нет, как и учительница Лилия Яковлевна. Бабочки в моем животе, это любовь к тебе. Я не очень хорошо знала в школе английский. Именно в колледже я начала его учить с первой пары. I'm sexy and I know it. На физкультуру мы ходим с большим удовольствием. У нас хороший преподаватель, спортсмен, оптимист. Володя, ты мой герой. На математике у нас была только одна мысль. Помоги мне! Наши мальчики иногда не могут любить каким-то ДПЮ, но несмотря на все ходят. А нашим девочкам не понять, как можно пропускать такой предмет, да еще с таким преподавателем, ведь само имя о чем говорит. Химия – основной предмет нашей специальности. На нем мы убедились только в одном, что мы… Мы занимаем хорошее место для нашего колледжа, а преподаватель наш самый лучший. Егорыч, Митрич, Геннадий, Павлы, иди ты взять не можешь, только ты, и Павлы, и меня многому чему научила, а главное открыла мне дверь в студенческую жизнь. Я много чего о ней узнала. На переде радость для студента – это сдать сессию и выйти на стипендию. Горе – это когда тебе сказали, что ты можешь потерять стипендию. Знаю, скоро тебя потеряю, но сердце не хочет моя. Горе – это потерять столовое после стипендии. В твоем кошельке есть деньги. Слушай, слушай, давай слушай, голубой, и рады мой не. Неразборчивость для студентов наступает только тогда, когда мы идем на экзамен, потому что у нас в голове только одно. Если я пишу за сутки, не иди, да, в голове моей сутки, да, да, да. Но хотя там есть... На экзамены единственная наша просьба. А вы не трогайте меня, не задавайте мне вопросы, глупые зря. После сдачи экзамена нужно умно уйти. Ухожу красиво, найдем. Одним словом, я хочу сказать спасибо колледжу. За то, что он мне открыл дверь в новую яркую жизнь. И я рада, что учусь именно здесь. И тот день, когда я сюда поступил, был одним из лучших дней в моей жизни. Спасибо!